Здорово, товарищи человеки. С вами я, Злобин. Вот. Я хочу сказать огромное вам всем спасибо за моральную и материальную поддержку, которую вы мне оказали. Что благодаря вашей поддержке мы смогли спасти человека. Вот. Мы быстро собрали денег, и операция была проведена успешно. Вот. Сейчас бабушка отходит от операции. Вот. Это, конечно, только первый шаг в лечении, потому что рак одной операции не вылечишь, но это большой шаг, который без вас невозможно было бы совершить. И благодаря тем, кто кинул деньги, и благодаря тем, кто просто поддерживал, держал кулаки, потому что я хоть и неверующий человек, и не верю в мистику и прочее, даже не так, я не верю в Бога. Вот. Но, как говорит моя мать, можешь не верить в Бога, но какие-то силы там точно есть. Возможно так, возможно нет. Этого я точно сказать не могу. Я не ученый, я даже не умный для таких вещей. Но могу сказать, что ваша поддержка дала результаты. Человек жив, человек будет проходить лечение. Я надеюсь, человек еще проживет сколько-то десятков лет. Вот. Огромное вам всем спасибо, парни. Вот. Я не могу, конечно, оплатить вам деньгами, потому что я бедный, нищий и вообще разорен. Но я могу отплатить вам контентом. И сейчас я работаю над одним вариантом контента, который не будет стримами. То есть свой канал только ради вас я разбавлю тем, что будет укладываться в минут 20, может даже меньше. Я думаю, меньше. Посмотрим. Вот. Что можно будет пересматривать, что не будет стримами. Вот. Пока это все прорабатывается, и пока я остаюсь ленивым человеком, это может занять некоторое время. Но поскольку я начал, я это доделаю. Когда-нибудь. Да. Вот. Собственно, речь... О чем речь я вам сказать не могу. Пусть это будет небольшим секретом, ну, как секретом, я могу сказать рабочее название этого проекта и пока что рабочий слоган. Я не очень умный человек, чтобы разбираться в подобных наименованиях и словах. Так вот, пока что рабочее название звучит как «Бычий щит». И слоган звучит как «И пусть у галактики горит». Ну, или вселенной, кому как. Разницы нет. Собственно, о чем этот проект будет, я говорить не буду. Вы и так догадаетесь, там 2 и 2 сложить. И о чем будет первый выпуск, я тоже не скажу. Я уже над этим работаю, тема выбрана. Я пытаюсь прописать хотя бы одну шутку, хотя бы приветствие. Ну, когда-нибудь я это сделаю. Пока, еще раз, парни, огромное вам спасибо за поддержку. Словами не передать, на самом деле, что я чувствую или ощущаю, потому что вы помогли спасти родного мне человека. Вот. Тут хер передашь, что словами. Вот. Сегодня будет стрим, почему не знаю. Я задерживаюсь в городе на некоторое время, потому что отец заболел с температурой, и я тут нахожусь, а он находится на даче. Что, всем спасибо, парни, еще раз. Приходите на стрим. Будет не очень весело, потому что это будет...